Вот так-то лучше. Привет. Наткнулся на твои видосы, где ты комментил турнир Dota. Будет ли возвращение в эту стезю? Очень интересно смотреть твою аналитику и пихуй. Если ты не понимаешь в нынешней Доте, а не интересно. Не будет, как тебе может быть интересно, вот если я не... Ну, спорим, когда я комментировал, я понимал, тебе было интересно, поэтому. Твою голубую комнату. Так, ты только на один донат можешь ответить. Нет, комментирования по Доте больше не будет. Тебе, ты говоришь, очень интересно смотреть твою аналитику. Так и моя аналитика исходила из того, что я что-то понимал, и что мне когда-то было интересно этим заниматься. Сейчас мне этим заниматься неинтересно совершенно. Мне игра-то неинтересна, Дота, и я ничего не понимаю. Следовательно, ну как ты приходишь к выводу, что тебе было бы это интересно смотреть? Я не могу понять, где логика.